Такую статистику сегодня озвучили на краевой планерке, которую провел губернатор. По словам Вениамина Кондратьева, всего в регионе под снос должны пойти почти 2000 незаконно возведенных зданий. Также глава края потребовал усилить контроль и, если потребуется, останавливать строительство на этапе котлована. Всегда за самовольно возведенным строением стоят конкретные люди, конкретные. Поэтому никакой здесь самовольности нет. Здесь молчаливое согласие. И явно не безвозмездное. Сегодня в большой команде краевой нету таких, которые как бы вот это молчаливое согласие дают. Не может быть, еще раз подчеркиваю, не может быть никаких новых самостроев. Это позиция. Позиция, которая, я уверен, сегодня в крае сформирована, и однозначно она правильная. Потому что она поддерживается жителями края. А для нас позиция жителей края приоритетна. И каждый глава муниципального образования по каждому, если, не дай бог, хоть один объект самовольно возведенный появится, лично мне будет рассказывать, почему и как. Но, коллеги, как правило, никаких объяснений я уже не принимаю, они не нужны. На совещании Вениамин Кондратьев также попросил мэра Краснодара ускорить строительство школ в хуторе Ленина и Прикубанском округе.